повезло в том, что я тут находилась 5 лет назад. Мне кажется, это было ключевое время для инклюзивного образования, потому что только вступил в силу закон. Но такое впечатление, что еще непонятно было, что с этим делать, как с этим жить. И речь шла о том, как это тяжело для нейротипичных родителей, как это тяжело для нейротипичных детей. И, собственно говоря, непонятно, как вводить этих детей с аутизмом в обычный класс. Но мы-то живем все вместе. Мы не можем жить в таком обществе, где у нас отдельно аутисты, а отдельно люди с ДЦП, а отдельно люди с интеллектуальными всякими отставаниями. Мы живем все вместе, это общий мир, это общая как бы котел, в котором мы варимся. Мы варим один суп. То есть нам надо научиться это делать. И мне кажется, что в Соединенных Штатах это умеют уже делать, но везде, конечно же, это индивидуальная работа, и очень важен индивидуальный план каждого ребенка, каждого человека. Тогда, может быть, удастся построить вот такое вот идеальное общение всех вместе детей.